Бесплатные прививки от ящера сделают всем животным частного сектора в Приморье. На это направят 50 тысяч вакцин. Иммунизация уже идет полным ходом. Участников будут привиты все животные с содержанием открытого типа до 1000 голов. Ранее губернатор Олег Кожемяков подчеркнул, что владельцам частных подворий в Приморском крае, чей скот был изъят и уничтожен в результате борьбы с вирусом ящера, региональные власти компенсируют ущерб. Напомню, ящер вспыхнул в январе в больших хозяйствах Михайловского и Спасского районов. Для человека ящер не опасен, но передается животным, даже кошкам и собакам. Так что мясо в неустановленных местах покупать не надо. И вообще любое домашнее мясо следует хорошо прожаривать.